Так. Может быть, надо было... Нет. Ну, это уже было. Ну, и куда дальше? Положите вещей, положите вещей. А, все, я понял. Тупой валенок. Ну-ка. Вот куда она меня поднимет. You lift on your side. I will lift on mine. Heavier than I thought. Thanks. Keep moving. Пойдем. Сообразил. Слушай, тупил, тупил, но сообразил. Так. Looks like we found Darlin's main entrance. Давай, 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 давай. Принес вам кое-что. Что это? Раз у вас по себе нет источника света, простите, вы не видите, какие ужасы могут прятаться во тьме. Спасибо, Синдри. Погоди, что ты имел в виду под ужасами во тьме? Are you ready?
to the wall! You gotta knock it down! Go! That was close. Mm-hmm. Слушай, тут еще текуча какого-то говна будет. I think this is it. This is the mine. Да. Знаешь, как говорят, гнев поберегите. Well, looks like the official entrance to the mine is blocked. But there's gotta be another way. Maybe this cave will get us in. This way. Nice. Not a dead end. Come on. Отлично, идем. Полная, да? Certainly smells like we're headed into a mine. Но пахнет однозначно входом в шахту. I think I can hear the water too. Slow down. Да, 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 да. Не спеши, Артрей. Не спеши. Так, блин. А тут сейчас опять этот дракон вылезет. Вижу. Where those wretches were coming from. They will overwhelm you quickly. Stay close. They just keep coming. It's a bear trap. Spawning a little wretch is like there's no tomorrow. For her, it will be so. Блин, ну где же?
That'll take care of the rest of these things. That's all of them. Ugh. The smell these things leave behind is so gross. A small consequence for this. Да, я его хотел забить, видишь? Пришлось ярость использовать. Здоровье это надо поправить. Кстати. Откуда мы пришли? Подожди, сейчас мы тут. За кое-какими ресурсами сходим. Сгоняем. Вон они. Они нам очень нужны. Вот. Тролли эти. Он-то видал этих тварей выпускает. Броня тут нет. Мне тут ничего нельзя. I'm sorry. I know you said not to. Я знаю, ты запретил, но я все равно думаю об этом. Мы все время боремся со злом. Я понимаю, что нельзя это делать. Мы его не знаем. Он был лидером. Пошел один против Тюра, может быть, и снова. Там не способны поведать правду. Там дверь. He's gotta be close. Вдруг там Тюр. Тут до этого Тюра как... I can't help but feel like you're... Что ты на меня за что-то сердишься. Ever since we got to Spartal Farm, как мы обошлись, ты недоволен каждым моим шагом. If you don't think I can lead us, just say so. Если по-твоему речь идет не о твоих способностях. Okay, but what does that mean? Consider your intent. Дело в твоих намерениях. Открытый регион. Эта шахта огромна. Еще одна дверь. То есть она еще одна дверь. Я помогу установить Одина. А для этого нужно сперва освободить его. Синдри? And be careful exiting that thing. One foot at a time. There are loose, rusty nails everywhere. Have you seen any signs of Tyr? As if I would navigate this maze of running sewage. No. I'm sure you'll manage that on your own. I don't know. The water. Ресурсы. Keyword. Lux. Так, в оплате особые предметы камня воскрешения. Ну, тут теперь сейчас начнутся
Понял. Так, Эльва. What can I make for you? Можно улучшить. Hey, what happened to all the armor we made you already? Я не стесняюсь, благодаря суконструкциям, потому что сила наносим куда. I will not. By the way, if you're headed to the mining rigs in the bay, could you bring me any slag you find? I could use the material for my crafting. Нет, тут я понял, при захвате лучшего врага как раз получает прилив здоровья. Нидовелира, броня. Силы увеличивает. Вот защиты нет, а вот силы. Сила урона уменьшается, но сила поднимается. Блин, 12 аж. Сила 12 и... Конечно, недостаточно ресурсов. А так-то было бы она все-таки как-то живучесть поднять защиту вообще. Сила 5. То есть вообще 12. Ну-ка для бедер. Everything all right? Нам надо защиту поднять. Вообще никакая. Вот это надо поднять. Huh. That might be my best piece yet today. Very good. Ва. I'll disinfect my tools. You okay? Or deep in thought? I'll leave you to it. Восстановление, ну-ка. Anything you want to talk about, Kratos? Рун, силу рун увеличивает. В
При зарядке приема многократное нажатие, все направленные в Кратоса выстрелы автоматически отбиваются. Использовать. Обязательно улучшить. То есть автоматически отбивается. Anything you want to talk about, Kratos? Fire's actually a disinfectant, so these are very hygienic. Ясно. Be safe. Понятно. Во. Сейчас мы это самое в одно место сходим. Чуть-чуть отвлечемся. Угу. Так, дорогие друзья, продолжаем. Вон и плохие рукоятки. Пойдемте. Look, there's a door just across this gap. Да. Еще. Тот, кто писал, был весьма наблюдателен. Новый механизм. What next?
Так, что дальше? That worked. Let's get to the door. Come on. Идем к двери. Какой двери? А. Так, ну что, идем вот сюда вот. Ну, какого-то Тира тут точно нет. Шахта огромная. А Рэй, что ты хочешь не дать Одину завершить? You speak as if you know his plan. I don't know his plan. That's why we're... Brothers, with Fimbulwinter underway and Ragnarok around the corner... А стало Фимбулвинтер, Блицарнарек и Один поймет. Что бы ты не задумал, навряд ли это будет кому-то кроме него. Пойдемте, товарищи. Пойдемте, товарищи. Ведет нас следопыт Артрей. Across the way. There's another door. Maybe that's the one. Ярость благородная нам нужна. Что-нибудь выясним. Сотрудничество. Собственный мир, гномик, так, так, вместе с остальными мы сможем сделать его еще. Пойдем. Хорошо, что мы пошли туда. Исследуем, да, эксплор. А вот здесь вот мы сядем. Not to be discouraging, but it is a mine after all. That is discouraging. Так, а навыки у нас что тут? Тактика.
Ясно. Ну тут нечем уже. Понятно. Ладно. Did you see that over there? Да, но... Слева над тем краном. Посмотрим. Maybe you can use those wheels somehow. Нет. Нам надо, чтобы... Сюда идем. А, понял. I think that should keep the lift fully powered up. We're almost there. Нифига не поднимается. Нам надо добраться вот до того рычага. Нифига себе. Ну-ка, давай попробуем. Я что-то не понял. Здесь мы воду как бы перекрыли.
Нам надо этот самый ту воду перекрыть. А как нам до того рычага добраться? Ты видишь, мы не добираемся до того рычага. Как до него добраться-то? Outstanding! That overflowing water is powering the train. Clever. Wobbling. We'll be up there in no time. Да, но этот хрен-то не поднялся. Мягко говоря, мы оказались в ловушке. А. Так, ну мы... А дальше... Я что-то не понял. С этим мы разобрались. Как я понял, нам надо до той двери добраться. Так, отсюда мы перекрутили этот агрегат. Нет. Вон оно как, ты понял, блин. А мы тут... Вон оно, ты понял, блин. Тут еще лифт есть. Один would obviously be at the top of my list, but I would just want to fight something. Anything. Even if it was just to know, I still could. Нет, туда мы не дойдем, да? Но туда невозможно. Here? Whoa, what happened here?
behind you, Mother! Watch out! Left side! They certainly weren't here. Best look around. This dwarf didn't make it out. Is that a relic? Полученная реликвия. Герой особой способности L1. Так, реликвия героя особой способности. Надо нажать L1 и на... Вот я вот это все время забывал. Реликвия в меню оружия. Так, нажмите, чтобы выбрать реликвию. Увеличение урона в ближнем бою. Я понял. Способность нажмите L1 и на вот эту. Понял. Might be able to get out of here this way. Так, ну что ж, друзья мои, так, осваиваем технику. L1 это самое. Я забыл эту, они не подойти-то не могут к нам, да? Но ярость мы бережем для крупников. Another empty vault. Little brother, perhaps it's time no, we... No, don't even say it. We're gonna find him. Может, надо было с машинами Look, сперва пойти another мне. Door on the other side of the cavern. Let's go. О! Ботяжнике надо подлечиться, да? Это... Правильный подход. Так, ну-ка. А что тут у нас?
Ага. I do believe we're above where we got off the boat by Sindri. This mine is one enormous spiral. Мне интересно, а там что за спуск? I think I see something. А, ну это мы обратно спустились. Мы тут были. Все, я понял. Это мы спрыгнули назад. Твою мать. Все, пошли вперед. Это путь назад. Понятно, ну тут через дождь. Ну давай попробуем вот здесь. What happened? Why didn't that work? Не понял. The chain is blocked. Should be clear now. Давай. Ready when you are. One more door. That one has to be it. We will see. Seems like we'll have to get to it first. Сперва надо до нее добраться. We've used water to power the wheels before. Worth a try. Ну давай, прыгнем, чё всё тут. That didn't quite work. Something else we can do? Ха, это я назад вернулся. Я вернулся. Ладно.
Climb across. Look for another way. I think I see a crank over here. Uh-huh. Это же не... Another mental exercise. Would one who spends their life fighting, such as Tyr, have any desire to... Так ты пытался себя показать. Где попытка себе лишь разрушения. But if the wake of destruction is a bunch of bad guys, why does that matter? You're strong, and you did the right thing. War does not measure the strength of a man. I hope one day you understand. Странно. А мы уже не сможем так. Спрыгнули. Я что-то не понял. Странно. Дожал он. Ладно.